Но это требует чего? Чтобы люди, которые выбирают начальников-то, управленцев, чтобы они это понимали, а не так, выберем Ваську, Васька свой человек, а то, что при этом Ваське все развалится, они потом скажут, а что ж, вот так получилось. То есть надо, чтобы и люди знали. Поэтому мы говорим на первом-то месте, что знание дать людям, как отошляется управление.